А тем временем автопоезд Народного фронта поможет бесплатно доставить машины участникам СВО. Ехать своим ходом до линии соприкосновения не придется. Транспорт перевезет партнер акции «Российские железные дороги». Со всей страны будут идти вагоны, которые бесплатно перевезут автомобили до места передачи. Какие автомобили нужны нашим ребятам? Это, конечно же, машины высокой проходимости, полноприводные. Джипы, Нивы, УАЗы и Газели, а также квадроциклы. Обращаем ваше внимание, что все транспортные средства должны быть в исправном техническом состоянии, иметь документы и быть готовыми к отгрузке 10 апреля. По всем вопросам обращайтесь к нам в исполком Народного фронта. Телефон вы видите на экране.